милый, мы дома. А это первый встречающий. Конечно, он и поплакал, и поорал колесичек. Ларис, ты тоже пришла, заинтересовалась, да? Вот. Сейчас я их, конечно, туда не пущу с ним знакомиться. Посмотрю, нужно ли его купать, потому что сутки он ехал, бедняга, конечно, может быть, и надо искупать. Вон, ушки торчат беленькие. Вот. И буду устраивать его сейчас пока на карантинную комнату, потому что он, конечно, измучен и очень напуган. Вот, когда выпущу сейчас еще поснимаю.